Каждые 5 лет граждане Кыргызстана выбирают депутатов парламента Жогорку Кенеш. Парламент принимает законы и контролирует их исполнение, а также осуществляет контроль за деятельностью правительства и представляет интересы граждан. Парламент состоит из 120 депутатов, которые избираются от партий. Партия должна набрать не менее 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании в целом по стране, и не менее 0,7% принявших участие в голосовании по каждой области, городам Бишкек и Ош. Выборы депутатов парламента проходят по пропорциональной системе. Каждая партия получает количество мест в парламенте пропорционально количеству голосов избирателей. Ознакомьтесь с информацией о партиях и кандидатах. Сделайте осознанный выбор. Голосуя на выборах, ты выбираешь свое будущее.